не ситуации, в том числе и гибель военнослужащих. Но гибель-то не заканчивается, знаете, и молодежь умирает, никто не хочет уходить, знаете, в армию. Вот прежде чем задать вопрос, вы должны хотя бы владеть статистикой. Угу. И я бы вам хотел сказать, что в вооруженных силах Республики Казахстан идет снижение как правонарушений, так и гибели военнослужащих. Но какова статистика вот в этом году? В этом году, пожалуйста, мы на брифинге всю статистику уже вам давали. Открыто в средствах массовой информации, она есть. Но ряд ангажированных лиц, которые не понимают самой сути вопроса, они попытались на эту статистику просто-напросто перевернуть. Совершенно, ситуация совершенно другая. Слушайте, а вот вы довольны, да, своей работой? Не считаете, что вы должны уходить в отставку? Мне оценку дает верховный главнокомандующий. И с учетом роста состояния вопроса боеготовности других направлений, армия Казахстана на сегодняшний день в состоянии решить любой вопрос. То есть вы довольны своей работой? Как можете оценить свою работу?